Привет, привет. Нормально вроде. Ну да. Уже возвращаюсь. Я был в Магадане. Был во Владивостоке. Был в Магадане, был во Владивостоке. Где? Магадан. В Магадане был, на Колыме. Во Владивостоке. Находка. Да. Я потом тебе вышлю этот видео, посмотришь. Во Владике, в Находке, вот, в Уссурийске. У тебя все в порядке? Да, чё? Вот сейчас... Устал немножко. Ну что ты хочешь? Шутка, 45 дней движения, без выходных, без ничего. Никто не ждал, просто поехал. Вот. Ну, я снимаю видео о всем маршруте. Москва, Мурманск, Магадан. Колеса протыкались, вот, так пока, слава богу, все нормально. Попал в Иркутской области, попал в этот снежный плен, вот, ночевал в машине на Байкале. Все это видео есть, просто связи с тобой нет постоянно, я переброшу тебе это видео, посмотришь потом. Я всю дорогу Где? Ты что ли? Блин. Связь, я позвоню. Ну давай, привет там всем. Давай, пока. Давай, с Богом, давай. Не отвлекайся. Все, давай, да.
как дымят трубы Ачинска. Какая там экология. А роза ветров такая, что постоянно эта пыль, дым идет на город. Включаю вторую боковую камеру.
Волчанск. Съемка на две камеры. Боковые. Thank you.
Thank you.
проехали Ачинск. Она и в Тюменскую область, по-моему, идет.
надо было остановиться на стоянке, блин. Какого хрена поперся?